Всем привет, с вами Семен Трухин, и сегодня мы с вами посмотрим на велосипед от компании Stealth, модель называется Navigator 920D. Эта модель велосипеда относится к классу горных велосипедов, и преимущественно она рассчитана на начинающих. И давайте пробежимся по компонентам данной модели, чтобы более подробно понять, из чего же состоит этот велосипед. Рама этого велосипеда выполнена из алюминиевого сплава 6061 серии. Также к трубам рамы применена технология гидроформинга, за счет которой достигается угловатая форма труб, придающая раме больше жесткости. Что же касается других технологий, по которым изготовлена рама этого велосипеда, то здесь присутствует внутренняя проводка тросов, за счет этого велосипед выглядит более аккуратно и эстетично. Также здесь прямой рулевой стакан под полуинтегрированную рулевую. Здесь также современный крепеж заднего тормоза на нижнем пере. И надо сказать также, что присутствует крепление под багажник и полноразмерные крылья. Заднее колесо на этой раме крепится эксцентриком, и ширина дропаутов у рамы 135 мм. Немаловажной частью для любого велосипеда являются, конечно же, колеса. В данном случае они собраны на двойных алюминиевых ободах. Также здесь стальные 2-мм спицы, покрашенные в черный цвет. За счет этого велосипед выглядит более гармонично. Также здесь втулки на промподшипников, и втулки идут под стандарт крепежа тормозного диска на 6 болтах. Что же касается сцепления с поверхностью, то его обеспечивают покрышки, которые идут с универсальным рисунком с шириной 2 дюйма. Что же касается размера колеса, то у модели Navigator 920 колеса идут 29 дюймов. Если вы хотите с комфортом ездить в пересеченной местности, то на велосипеде, конечно же, должна присутствовать амортизация. В данном случае у нас амортизация с ходом на 80 мм. Также из регулировок вы получаете возможность регулировки жесткости пружины и возможность блокировки, что позволит чуть более эффективно ездить по асфальтированным покрытиям. Если вы хотите преодолевать любой рельеф на велосипеде, то на нем, конечно же, должно быть переключение передач, чтобы вы могли это делать с комфортом. За него здесь отвечают китайские переключатели от компании L2, серия A3. Здесь и передний переключатель, и задний, и монетки все этой серии. Пугаться того, что это не Shimano, а какой-то конкурентный производитель, на самом деле не нужно. Эти переключатели работают ничуть не хуже, чем, к примеру, Shimano Tourney, которое вы можете встретить на аналогичных по ценнику велосипедах. Также сзади здесь из приятных мелочей установлена кассета, а не трещотка, что повышает надежность данного узла. Спереди у нас стоит тройник. И что же касается соотношения передач, то здесь оно идет 3 на 8. Теперь поговорим о тормозах. И на этой модели велосипеда за торможение отвечают дисковые гидравлические тормоза с размерами тормозных дисков на 180 мм как спереди, так и сзади. Несколько слов надо также сказать о рулевом управлении и седле данного велосипеда. За рулевое управление у нас отвечает вынос длиной 100 мм и 6 градусами подъема. Компоненты все выполнены, разумеется, из алюминиевого сплава. Что же касается формы руля, то у него присутствует небольшой подъем, а сама ширина достаточно компактная. То есть у вас не будет очень размашистого хвата за руль. Это сделано специально, чтобы велосипед также было удобно использовать в городской среде, где вы регулярно можете попадать в какие-нибудь узкие места. Что же касается седла, то здесь седло спортивной формы с мягкой подкладкой, которую точно оценят начинающие. И что же касается подседельного штыря, то он здесь алюминиевый на болтовом крепеже. Последний штрих в комплектации любого велосипеда – это, конечно же, педали. В данном случае они пластиковые, у них достаточно широкая платформа, и также присутствуют шипы, чтобы нога уверенно держалась, даже если будет влажная погода. Что же касается подшипников, то здесь они насыпные. В завершении мне бы еще хотелось добавить пару слов о самой компании Stealth. Этот производитель всегда выпускал отличные велосипеды именно с точки зрения соотношения цена и качество. И хоть они и специализируются на бюджетной продукции, тем не менее она точно стоит своих денег. Это был обзор велосипеда от российской компании Stealth, модель Navigator 920D 2021 года. Если вы хотите более подробно познакомиться с данной моделью велосипеда, то приходите в любой из магазинов «Велострана», где вы также сможете найти грамотную и профессиональную консультацию наших специалистов.